Там была голова, нос и волосы. Она была как маленькая девочка. Очень сильно страшно было. Месяц назад Рита уже рассказывала маме о каком-то призраке девочки. Юлия готовила на кухне завтрак. И вдруг из комнаты прибежала дочь. Она была сильно напугана и плакала. Я проснулась, и кто-то стучал. Я видела силуэт возле балкона. Очень сильно боялась. Я быстро подбежала к маме на кухню. А это тень за мной. Она стала кричать, истерить. Мне страшно, просто страшно. Я маме показывала пальчиком этот силуэт. Говорила, что это такое, что это такое. Но мама не видела никакого силуэта и подумала, что Рите все это приснилось. Однако вскоре Юлия начала замечать, что ее дочь общается с кем-то в пустой комнате, словно играет с невидимой подружкой. Разговаривает, диалог ведет между кем-то и собой. Это словами просто, я не знаю, наверное, не передать, это видеть нужно. А самое страшное, мама думает, что маленькую Риту преследует призрак ребенка, которого она потеряла.